Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У нас очередная распаковочка посылок с сайта Wildberries и Ozon. Если вы первый раз заглянули на мой канал, у меня найдете очень много интересных распаковок из разных интернет-магазинов. Если вы еще до сих пор не подписаны, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Все ссылки из видео найдете в описании, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Все ссылки дублируют там. В телеграм-канале они открываются корректно, сразу идут в приложение. Так что заходите и подписывайтесь. Также делитесь там иногда подборками интересными. Ну а если останутся у вас вопросы по сегодняшнему видео, может что-то надо подсказать, помочь, какую-то ссылку, артикул скинуть, пишите, не стесняйтесь, с удовольствием всегда помогу. Ну а мы не будем затягивать, давайте начнем наше видео, поехали. Видео сегодня начнем мы с коллагена. Заказала и в порошке, и в капсулах. Многие предпочитают пить в порошке, кто-то в капсулах. И тот коллаген, он также одинаково влияет на женский организм положительно. Что такое коллаген? В интернете огромное количество информации. Обязательно зайдите, почитайте. Я уже вам неоднократно про это говорила. Вообще коллаген, он помогает женскому организму очень хорошо в плане. Волосы улучшаются, ногти, кожа лучше становится. Также коллаген влияет хорошо и на суставы, и на сердце. Особенно с возрастом его в организме становится меньше, поэтому надо его употреблять. Давайте начнем с капсул. Такая вот баночка, она идет на 90 капсул. Это сразу можно купить и пропить курсом их. На банке есть вся необходимая информация, состав, как применять, противопоказания. В общем, все здесь необходимое есть. В составе активное вещество – это рыбий коллаген, витамин С и гиалуроновая кислота. Получается, эта банка идет на курс 30 дней. То есть производство – это Турция. У него очень много отзывов, очень много положительных отзывов. Действительно, этот коллаген помогает, уменьшает морщины, делает кожу упругой, эластичной. Волосы улучшаются, структура их, они становятся более густые, сияющие. Состав здесь хороший, без сахара, без ГМО, без глютена. Так обобщите, если коллаген, он замедляет процесс старения. В общем, такая вот баночка, он действительно рабочий, очень много положительных отзывов на данный коллаген. Что говорит, надо попробовать его. И также от этого бренда в этом же магазине я взяла в порошке. Здесь идет объем 300 грамм на 100 порций здесь идет. Здесь имеется применять, как правильно, его надо размешать в воде и применять за 30 минут до приема пищи, 3 раза в день. Состав абсолютно такой же. Они вообще, вот эти вот коллагены, абсолютно одинаковые, да, только это просто формат разный. Это капсулы, это порошок. Я ссылочку и на то скину. А так в порошок абсолютно то же самое. Улучшает все в организме. Замедляет процесс старения. Волосы, кожа, суставы, сердце. Все это положительно влияет. А вкус приятный, он не противный. Так, вкус понравился. Этот коллаген 700 рублей, этот 400 стоит. Ссылочку и ту оставлю в описании под видео. Так что пробуйте, заказывайте и почитайте информацию. Вообще, что такое коллаген и для чего необходимо. Следующее, что хочу вам показать, это я заказала наушники своему старшему сыночку Никите. У него скоро день рождения, у него юбилей 10 лет будет. Так он очень мечтал у меня о AirPods Max. Оригинальные, конечно, я решила не брать для такого возраста, а вот нашла. Заказала в телеграм-канале в одном, я обязательно ссылочку оставлю в описании. Один в один от оригинала абсолютно ничем не отличаются данные наушники. Так что, если вы любите технику, если вы любите. Там есть и AirPods Max, есть и Dyson, и фены, и стайлеры, и пылесосы. Там огромный выбор разной техники. Они дают гарантию, этот магазин. Они отправляют по всей России, по всем странам СНГ, так что быстро причем отправляют. То есть я заказала буквально 2-3 дня, наушники были уже у меня. Заходите в телеграм-канал, там очень много разных предложений, там огромное количество отзывов, огромное количество клиентов, уже более 20 тысяч. И так также есть у них отзывы, так что вы можете почитать про этот магазин. Также у них какие-то всегда акции, скидки, и каждому клиенту они делают подарки. Мне, например, прислали они вот такой подарочек, это типа кошелек, тоже Apple-овский, на магнитике здесь примагничивается, и можно какие-то карточки свои вставлять сюда. Имейте в виду, при заказе вам обязательно пришлет какой-то подарок, это очень приятно. Данный магазин, он работает уже 3 года, то есть более 20 тысяч клиентов, быстрая доставка по всему СНГ, и также быстро поддержка менеджера на всех этапах общения с клиентом. То есть в этом магазине максимальная клиентоориентированность. А я сегодня вам покажу наушники. Они просто супер нереально классные наушники, звук шикарный. Приходят наушники в коробке, упаковка отличная, было все запечатано в слюду. Лежат наушники в своем
своем таком чехле красивом, фирменном. Можно прямо в этом чехле хранить. Вот таким вот образом наушники эти выглядят очень классные, красивые. Они очень удобны и звук шикарный в них. И такие наушники подойдут и мужчинам, и женщинам, и девчонкам, и мальчишкам. И я оставлю в описании промокод на скидку на 5% при покупке данных наушников. Так что пользуйтесь. Промокод в описании найдете. Может, тоже кто мечтал о таких наушниках Pods Max. Берите, будет вам скидочка. Это Bluetooth наушники. У них очень комфортная посадка. И невероятно классный объемный звук, как у оригиналов. Очень классно в них слушать музыку. Музыка получается такая насыщенная, с глубокими басами. И очень хорошо они прилегают к голове. Дойдут абсолютно к любому размеру головы. За счет вот этой вот сетки сверху очень удобно садятся. И здесь каждое ухо, каждая чашка наушников, ее можно поворачивать отдельно для равномерного распределения давления на ушную раковину. Амбушюры мягкие, они покрыты сетчатой тканью. Они полностью закрывают ухо. За счет этого обеспечивают отличную звукоизоляцию и позволяют избежать неприятных ощущений при длительном ношении. Качество сборки наушников очень классное. Мне прям понравилось. Смотрятся они стильно и круто. Советую, наушники супер. Магазин оставлю в описании, ссылочку на магазин, где я покупала. Переходите, смотрите, много всего там интересного и полезного. Так, следующее, что с вами посмотрим, это я взяла раздельно, тут юбка и кофточка вязаны. Он получился таким комплектом у меня. Приходит, как видите, все в сумках с ручками на молнии, можно использовать потом для чего-нибудь. Получается, раздельно взяла вот такая вот юбка в сером цвете, она пришла с бирочками. И в комплекте к этой юбке такой вот свитер укороченный, он короткий, тоже имеется бирочка. Юбки и кофточки положили подарочки. Положили тут маски для лица, очень приятно. Можно носить и раздельно. Кофту можно с джинсами надеть. Тоже смотрится классно с юбочкой. А можно надевать как комплектом. Юбка женская, она идет в одном размере. И кофта, она также идет в одном размере. Состав 70% акрил, 30% шерсть. Сделано в России. Давайте со свитера начнем. Он короткий. Это вязаный свитер. Он плотный. Рост 168 см. Длина рукава хорошая. Плотный. Вязка не просвечивает, манжеты, воротник и низ, они выполнены так, связка в виде резинки. Он такой оверсайз стиля, на мой размер подошел свитер, он мне свободно сел, размер идет на 42-48. Мне кажется, классно подойдет молодежи, они любят такие вещи носить. Покрой свободный, за счет этого никакие недостатки не выделяется. Смотрится он хорошо в комплекте с юбкой. Юбка также идет в одном размере, 42-48, на мои размеры подошла отлично, она очень хорошо тянется, тоже здесь вязка такая, плотно, не просвечивает, и сзади имеется разрез. И на мой рост 168 сантиметров, юбка ниже колена, здесь посадка, талия высокая, очень мягкая ткань, приятная, не колется, телу комфортно за счет того, что она такая эластичная, мне кажется, подойдет на любую фигуру. И она очень легко надевается, она легко снимается, нет никаких замков, ничего не стесняет, никакие движения, поэтому подойдет, кстати, и беременным девушкам. И качество исполнения и кофты, и юбки хорошее, никаких дефектов не было, затяжек тоже. Классный получился такой комплект у меня, осенний, зимний, да, теплый. А кофту можно сейчас с чем-то еще, с джинсами, с брюками носить раздельно. Брала все это на Валберес, брала все отдельно, на ссылочку на то и то скину вам. Юбка 2700, кофта 2500. По ссылке есть большое разнообразие других вариантов, других цветов. Также есть там по ссылке атласные, если не ошибаюсь, юбочки. В общем, заходите, смотрите. Так, следующее, что вам покажу. Товар для дома, приходят пакетики. И это очень нужно, прям нужно. Очень у меня дома всегда есть вот этот вот товар, я без них не могу на кухне обходиться. Это такие пищевые пакетики на резинке. Я уже как-то вам показывала, у меня уже закончились. То есть, если у вас что-то осталось из продуктов, из еды, тарелочку, чтобы не просто ставить она в ветер, а мы просто одеваем вот этот вот пакетик с резинкой, и оно благополучно все стоит, очень удобно. Я без них теперь не могу, у меня не всегда есть на кухне, так что советую, у кого еще нет таких, приобрести, это очень удобно. В комплекте идет 100 штук, они вообще можно их использовать как многоразовые, но я часто использую один раз, то есть надела, потом выкинула. Они крепкие, на резинке имеют, растягиваются до 40 сантиметров, то есть на большую тарелку подойдут. И подойдут не только под круглую тарелку, они под любую форму, можно квадратную тарелку надеть. Мы, кстати,
и также еще арбуз в этом пакетике. Закрывали этим пакетиком, очень удобно. Это, я могу вам сказать, отличная замена пищевой пленки. Я раньше пищевой пленкой, да, продукты оборачивала, а теперь вот такими вот пакетиками на резинке. Так что советую, у кого еще нет, кто еще не пробовал, попробуйте. Брала на Валберс. Они всего лишь стоят около 200-250 рублей, как-то так, 230. В общем, вещь супер, пакетики эти, нужные, полезные, так что возьмите, обязательно попробуйте. Следующее, что я вам покажу сегодня, это сумка. Девчонки, я уже открыла, уже посмотрела, насколько она мне понравилась. Она мне понравилась больше, чем на фото продавца, если честно. Приходит она в коробке. Вот так эта сумочка выглядит, она держит форму. Очень классно смотрится, она приходит с бирочками в комплекте, здесь шел ремень вот такой, то есть можно вот так взять, либо ремень повесить на плечо. В подарок положили расческу, очень приятно, расческа пригодится. И она пришла набитая, потом пришла без каких-либо повреждений, и она очень интересно застегивается. Здесь такой магнитик, механизм такой интересный, он примагнитилась, то есть никаких молний. Интересно. Сумка выглядит очень дорого. Такое ощущение, что это натуральная кожа. Выполнена сумка из эко-кожи. Кожа хорошего качества. Она мягкая, приятная, матовая. Исполнение сумки супер. Она вроде бы небольшого размера, но она достаточно вместительная. Такая, знаете, элегантно смотрится. Имеет две ручки. Одна плотная такая, она держит форму. И длинный ремешок, тоже толстый. Можно регулировать длину. И сбоку пристегивается на карабин. Фурнитура вся в серебряном цвете. Внутри она имеет подклад. Подклад также хорошего качества. Здесь имеется карман на молнии и без. Фурнитура надежная. И застегивается она интересно на магнитик. Так, оп, завернули и застегнули. Хорошо держит форму сумка. Каркас у нее такой плотный. Сумка супер, девчонки, прям рекомендую. Она намного лучше выглядит в жизни, чем на фото. Кстати, в отзывах там девушка тоже написала, что она отзывы редко оставляет, а читала отзывы, но не выдержала, оставила отзыв, что сумка нереальная. Она идет только в черном цвете, брала на Озон, брала за 2900, советую. Берите, не пожалеете. Следующее. Приходит зип-пакете. Посмотрим. Это я брала мужу. Белая базовая футболка из хлопка. Классный материал. Очень мне понравился. Он плотный, эластичный, мягкий. Действительно достойная футболка. Хорошего качества. В принципе, я могу сказать, эта футболка подойдет не только мужчине, можно и женщине носить. Просто размер надо выбрать свой и все. Футболка оверсайз, хлопок 100%, цвет белый, размер М. Она однотонная, в белом цвете, цвет прям белоснежный, он не желтит. Подойдет эта футболка абсолютно под любой образ. Вообще белая футболка – это базовая вещь, которая, я считаю, должна быть в гардеробе и у мужчины, и у женщины. У меня подойдет, в принципе, как и для повседневного ношения, например. Да, там панджинсы. Так, в принципе, ее можно надевать и для спортивных каких-то занятий. Удобно, она низкого выдвижения, она оверсайз стиле, не просвечивает, ткань к телу приятная на ощупь, очень приятная в ней. Исполнение отличное, качественно, никаких кривых строчек, швов, все ровно, аккуратно, качество отличное. Футболка супер, базовая вещь белая, в белом цвете. Понравилось, что она белоснежная, что она не желтит, не бежевая, она именно белая, то, что я искала. Цена на нее невысокая, она стоит 900 рублей, брала на Валберс. Присмотритесь, на выбор есть еще в другом цвете, в черном. И размеры есть разные. Так что заходите, смотрите, выбирала по сетке продавца. Футболка отличная. Следующее, что с вами посмотрим, это ирригатор. Полезная, нужная вещь для очистки зубов, особенно если у вас есть брекеты, пластинки. Никите не так давно, недавно установили пластинки. Приходит фирменный коробки ирригатор. Открываем. Здесь все внутри аккуратненько сложено. Все в своих пакетиках. Очень хорошая упаковка, помимо того, что в коробке, да, сам ирригатор, коробка, она была запечатана в следу. Я это уже все вскрыла. И вот таким вот образом он выглядит. Такой красивый, минималистичный, легкий, удобно держать в руке, пользоваться им. В комплекте к этому ирригатору идет сам прибор, да, основная часть, 5 насадок, зарядный кабель и инструкция. Работает он от аккумулятора. И работает он, кстати, это без подзарядки около 20 дней. Это, кстати, очень большой плюс. Легко им пользоваться. Эти насадки все легко надеваются, меняются, проблем не возникает. И здесь две кнопки управления. Ирригатор имеет 4 режима. Плюс мы можем регулировать. Помимо 4 режимов, мы можем еще регулировать давление струи. Резервуар идет на 300
400 миллилитров, то есть этого достаточно для одной процедуры чистки. И он водонепроницаемый, можно даже использовать и в душе. Здесь получается две стандартные насадки. Одна насадка для чистки языка и парадонтологическая насадка. Насадка для чистки имплантов, брекетов и мостов еще есть. Четыре режима, можно выбрать для себя подходящий. Первый – это нормальный, он для ежедневного использования. Мягкий – это использовать на первых порах, да, когда вы только-только начали использовать, для того, чтобы зубы и десна привыкли. Потом пульсирующий режим. Этот режим максимально эффективно прочищает межзубное пространство. И ручной режим, который позволяет самостоятельно выбрать мощность напора для большего комфорта. Качество исполнения пластика хорошее. Сзади находится вход для зарядки. Он закрыт заглушкой силиконовой. И здесь на самом регаторе, где мы держим руками, такая ребристая поверхность, для того, чтобы не скользил в руке, удобно было держать. Брал на Озоне, стоит он где-то около 2900 рублей. Тоже цены всегда меняются, имейте в виду. В работе показал себя он отлично. Следующее, что с вами посмотрим, очень необычный, интересный товар. Приходит в коробочке. Внутри аккуратненько сложено. Так вот лежит все в мешочке. Открываем этот мешочек. Здесь в комплекте идет 3 орешка. И мне тут, смотрю, положили 4-й в подарок. И это орешки с предсказаниями. Очень интересная такая вещь. Можно себе взять, можно кому-то в подарок взять. Почему бы нет? Мне кажется, очень необычно. И это настоящий грецкий орех, покрашенный в золотой цвет. Исполнение, кстати, очень классно, мне нравится. Мне очень понравилась покраска. Вот такое зеркальное получается покрытие. Исполнение супер. И плюс это натуральные материалы. И в каждом орешке здесь вскрываем, имеется пожелание. Оно идет со смыслом. Например, такое пожелание, как хочешь найти новый путь, прямо сейчас садись со старой дороги. Такие, знаете, пожелания жизненные. В комплекте они идут в мешочке с органзы. Сразу упаковка, да, хорошая, можно подарить. И орешки, как знаете, из сказки Александра Сергеевича Пушкина. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Вот это из этой сказки, так сказать. В общем, интересная идея, присмотритесь. Так вот, наборчик брала на Валберес, брала за 700 рублей. По ссылке на выбор есть еще другие варианты, разноцветные есть орешки. Идея прикольная, интересная. Следующее, что с вами посмотрим, приходит в пакете в обычном. И это платье, достаточно такое длинное, на запах. Оно здесь имеет поясок в комплекте. Приходит оно с бирочками. Платье запах, как я вам сказала, с шалевым воротником. Такой воротник называется шалевый. Я даже не знала. А размер я взяла на свой параметр 48. Состав полиэстер 70, вискоза 30%. Производство Киргизия. Цвет у меня зеленый. Такой цвет красивый. А здесь объем талии, он регулируется поясом. Поэтому даже если вдруг размер не угадать, размер можно под себя подрегулировать. Даже если, например, я похудею в дальнейшем, мне можно отрегулировать, будет сидеть хорошо. Ткань плотная, она не просвечивает, она немного совсем тянется. И здесь воротник, да, как я вначале сказала, шалевый называется, красивый воротник. Рукав 3/4 с манжетом идет и запах регулируемый. Такое платье, такого фасона создает силуэт песочные часы. И за счет свободной юбки, свободного фасона, оно не сковывает движение. Никаких замков, никаких молний, пуговиц, ничего нету. Подойдет это платье и для офиса, и для деловых встреч, так и для праздников. Плотно, из плотной ткани, отлично подойдет для осенне-зимних праздников. Длина идеальная, ниже колена. Платьем я осталась очень довольна. Смотрится классно, элегантно, так строго. А на выбор по ссылке есть другие цвета. Есть большой размерный ряд, есть размеры плюс сайз. Достаточно большие размеры, до 58-го. А обошлось мне это платье в 3900. Я им осталась довольна, брала на Валберес. Следующее, что с вами посмотрим, товар для дома. Приходит вот так вот в сложном виде в пакете. Это набор коробок с крышками. Помните, я в прошлом видео вам говорила про эти коробки? Сказала, что скорее всего да, закажу. Так вот, да, заказала, потому что это очень удобно, особенно с крышками, за счет того, что можно туда сложить все это. Никакая пыль, ничего лететь в эти коробки не будет. Вот такая вот коробка, это побольше размер. И вот такая вот маленькая. Здесь ручками идет. Очень удобно, девчонки, кто любит также организовывать пространство там, в шкафу. В принципе, эти коробки, они выглядят красиво, и можно и не в шкаф поставить, а так где-то, да, на стеллаж какой-то, на полку. И сложить туда все. Все это будет закрыто под крышкой, и не будет туда пыль
грязь лететь. Очень удобно. Такие коробки, они подойдут абсолютно для любого случая. То есть игрушки, как в моем случае, да, можно складывать. Какие-то книжки, белье, одежду, обувь даже можно сложить. Сумки, в общем, они многофункциональны. Подойдут для хранения всего чего угодно. Даже документы можно хранить. Материал хороший, плотный. Стенки плотные, они держат форму. Низ тоже здесь плотный в комплекте. Он отдельно шел, надо вставлять. Имеют крышку, которая застегивается на липучку. И также здесь спереди имеется ручка. Она тоже такую и декоративную функцию выполняет. Смотрится с ними интересно. И порядок в шкафу создадут эти коробки. И даже если вы поставите на стеллаж, на открытый, тоже будет смотреться красиво. А в сложном виде, кстати, занимает мало места. То есть не нужны, сложили, положили куда-то до следующего использования. Пошив хороший. Здесь окантовка такая в коричневом цвете. Все ровно, выполнено аккуратно. Никаких дефектов на коробках нет. Советую отличные коробки, комплект. Можно хранить все, что угодно сложить. На выбор есть 3 цвета. Брала на Валберс, брала за 480 рублей. Комплект из 2 штук. В общем, советую. Так, следующее, что посмотрим, приходит в зипакете. Все аккуратно сложно. Это мужской товар. И это комплект термобелья мужского. Здесь в комплекте идут штаны и кофта. На параметры мужа я взяла размер 50. Мы зимой без термобелья, кстати, на улицу не выходим. Очень нужная вещь. Этот термокомплект рассчитан на температурный режим от плюс 5 до минус 25. Хлопок 100%. Отлично подходит для повседневного ношения, также для занятия спортом на свежем воздухе. Ткань мягкая, дышащая, это хлопок, приятный к телу. Кофта, она удлиненная, здесь рукав длинный, манжеты на резинке. Штаны, они имеют специальный продуманный крой, который идеально садится под любой тип фигуры. Брюки на эластичной резинке, она очень хорошо тянется. И манжеты на брюках также выполнены на резинке. И внутри это термобелье имеет небольшое флисовое такое покрытие. Данное термобелье идет в больших размерах до 58-го. Эти идет в одном, в черном цвете. Брала за 900 рублей, брала на Валберес. Так, следующее, что вам покажу, это набор уходовой косметики, сыворотка и омолаживающее молочко. Приходит в картонной коробке. Так вот, наборчик. В комплекте шел мешочек из органзы. В принципе, можно взять и в подарок. Вот так вот сложить в этот мешочек и подарить. Данный наборчик совсем недорогой. Брала его на Валберес, брала за 220 рублей. Набор сыворотка и омолаживающее молочко. Что заявляет производитель, это набор для омоложения и увлажнения. Здесь в составе имеются пептидные коллагены. Они борются с морщинами, хорошо увлажняют кожу, питают ее. Кто не знал, пептиды в составе уходовых средств, они отвечают за обновление клеток, то есть возвращают тонус, гладкость, предотвращают появление ранних признаков старения. Данная косметика подойдет любому типа кожи, подходит для ежедневного применения. Очень мне понравилась текстура, хорошо впитывается, аромат приятный. Молочко имеет удобный помповый дозатор. Текстура такая легкая, очень хорошо впитывается, никаких следов липкости, либо стянутости нету. Сыворотка имеет такую жидкую консистенцию, но аромат практически у сыворотки вообще не ощущается. В общем, такой вот мини-наборчик по уходу за собой. На Валберес по ссылке есть еще другие наборы. Так, следующее, что с вами посмотрим, приходит в зип-пакете. Это костюм 3 в одном. Костюм этот состоит из топа, с брюк и из кофты на молнию с капюшоном. Классный такой комплект, я его уже примерила, по размеру он мне подошел отлично, смотрится классно. Он в белоснежном цвете, ткань мягкая, приятная к телу. На свои параметры я взяла размер 48, по размеру отлично сел. Единственное, что это 100% полиэстер, имейте в виду. Он вообще не мнется, практически вообще. То есть пришел мне не мятый, я его даже не гладила, сразу надела на себя. На мой рост 68 сантиметров он хорошо сел, как видите, штаны вот-вот. То есть на высокий рост, если хотите, он сядет вот на картинке продавца, там рост модели 175 сантиметров. То есть брюки получаются немного такие укороченные. Тут кофта идет с капюшоном, имеются веревки, можно затянуть. И снизу эластичный шнурок, то есть можно адаптировать ширину под себя. Манжеты, они на резинке.
Молния металлическая, работает хорошо. Брюки на широкой эластичной резинке, она хорошо тянется. Прорезные карманы по бокам и манжеты тоже на резинке. В комплекте еще топ идет, он идет на лямках широких. Никаких застежек, никаких молний, пуговиц на нем нету. Классно смотрится костюм, мне понравился. Такой в белоснежном цвете, фактура интересная такая, объемная. Он не просвечивает, пошив замечательно, все ровно и аккуратно. Брала на Озоне, брала за 1700 рублей. Он сейчас стоит, кстати, дешевле 1500, если не ошибаюсь. На выбор есть три цвета. Комплект тройка. Но имейте в виду, что это 100% полиэстер. Как в жару он себя поведет, я не знаю. Я ношу сейчас в осеннюю, на осенью, когда погода прохладная, а вот в жару, может быть, даже будет в нем и не очень комфортно, будет жарко. Смотрится классно, качество отличное. Следующее, что покажу, это такой детский товар. Брала специально для Маши, приходит в зип-пакете. У меня сейчас Маша абсолютно не хочет сидеть в коляске. Постоянно хочет на руки, постоянно хочет на руках. Я даже дома порой не могу ничего сделать. Вот взяла на пробу вот такой вот слинг-переноска. Попробовать, хочу положить с собой в коляску и ходить, если вдруг попросится на руки, а то мне неудобно, особенно когда за Сашей бегу. Маша в одной руке, коляска в другой, очень устаешь. А вот такого плана слинг, он очень помогает. То есть ее сюда я посажу, так надену, посажу, и рука мне хоть не так будет уставать, будет легче. Качество исполнения слинга очень понравилось. Это переноска слинг, он идет от 4 месяцев до 4 лет и выдерживает до 25 килограмм. Высокое качество, материалы прочные, подойдет мамам, папам, подойдет любому телосложению, росту. Очень помогает освободить руки, и когда, если вы руки освободите, малыш будет в безопасности, он не упадет, будет сидеть там. Регулировка сидения идет за щелкой, подойдет для разного возраста, можно регулировать. Плюс можно ремень по росту спереди, сзади отрегулировать. А также два положения для фиксации на плече. Классный слинг, мне он понравился. Он компактный, его можно куда-то с собой брать, в сумку, в рюкзак кинуть, в коляску. Фиксируется все надежно. Здесь также имеется страховочный ремешок на всякий случай вокруг застежки. Классная вещь для того, чтобы освободить руки. Особенно если в магазины ходите, ребенок у вас не хочет сидеть на руках, постоянно просто. В моем случае, когда хожу за ребенком в школу, для меня это помощник. На выбор по ссылке есть разные цвета, три цвета есть. Брала на Валберис, брала за 1100 рублей. Мне слинг этот очень помогает. Так, следующее, что с вами посмотрим. Еще одежда приходит в зип-пакете. Свитерок в красивом голубом таком бирюзовом цвете. Размер идет 1, 42, 48. Мне по размеру подошел отлично. Очень прям ткань невероятно мягкая. Прям очень приятная к телу. И он хорошо тянется, он эластичный. Фасон у него такой свободный оверсайз. Стало в описании, это ткань называется эко-кашемир. Но он очень прям мягкий, не мягкий прям. Он и теплый, и он не толстый, он такой тоненький. Удобно носить будет, особенно сейчас, под верхнюю какую-то одежду. Фасон свободный, какие-то недостатки фигуры скрывает. Здесь высокое горло, оно тоже мягкое, не сдавливает ничего, комфортно. Манжеты, они выполнены в такой виде резиночки. На мой рост хорошая длина. И здесь имеются по бокам разрезы. Сзади свитер немного длиннее, чем спереди. Качество, отличное исполнение. Никаких дефектов, ничего не было в данном свитере. На выбор по ссылке большое разнообразие других цветов. Два размера есть. 42-48 и 48-52. Обошелся меня в 1900. Брала на Валберис. Я свитером довольна. Очень мягкий, приятный телу. Следующее, что с вами посмотрим, такой детский товар, головоломка, приходит в коробочке. Я в своем телеграм-канале уже выкладывала эту головоломку, набор этот. Здесь в комплекте идет сама головоломка, она двухсторонняя, с двух сторон здесь задание. Потом в комплекте инструкция идет, ручка и вот такая вот книжка. Книга с развивающими заданиями. Здесь в этой книге огромное количество разных заданий, которые можно выполнять. Здесь задания на вычисления, есть здесь разные задачки, лабиринты. Есть такие типа кроссворды. Очень большой выбор здесь разных заданий. Мы теперь с мальчишками, бывает в день, какую-нибудь задачку сядем и решаем. Здесь отличное задание на мышление, заставляет думать детей. Классная книга. Помимо вот этой вот головоломки, которая идет в комплекте. Головоломка выполнена очень хорошо, качество исполнения мне понравилось. Все детально, хорошо здесь прорисовано. Лабиринты все четкие, яркие оттенки.
Цвета здесь красивые, можно играть с двух сторон. А такая вот головоломка, она развивает усидчивость, концентрацию деток. Правило легким: устанавливаем шарик на поле старт. Провести его должны в центр любой фигуры на обратной стороне лабиринта. А затем проходим от старта в центр остальных секторов. Также запоминаем самые короткие варианты прохождения. Также устанавливаем шарик на старт, проводим его по цифрам от 1 до 9 и в обратном порядке. Также можно попросить кого-нибудь назвать любую цифру от 1 до 9 и должны провести шарик от старта до загаданной цифры на время. Размер достаточно удобный для детских ручек. И такой тренажер, такая головоломка подойдет деткам от 6 до 12 лет. Мне прям очень понравился данный набор головоломки. Присмотритесь и своим деткам, и кому-то в подарок можно тоже взять. Брала на Wildberries, брала за 1490 рублей. Мне прям наборчик очень понравился. Следующее, что с вами посмотрим, это набор бомбочек. Мини-бомбочек. Такие вот они малюсенькие. В пакетике zip-застежка. Очень удобно. Взяли, кинули в ванну, застегнули. Это натуральные мини-бомбочки для ванны. Цитрусовый микс. Здесь у меня в наборе идет лимон, апельсин, мандарин и гвоздика. У меня дети с большим удовольствием принимают ванну с бомбочками. Я постоянно им покупаю. Здесь в наборе идет аж 55 мини-бомбочек. Состав хороший. Здесь ничего лишнего нет, только натуральные ингредиенты. Здесь морская соль, сода, лимонная кислота, кокосовое масло и красители косметические. Яркие цвета, очень приятные ароматы. Вкусный апельсин, лимон, мандарин. Не красят ванну, вкусно пахнут. И здесь натуральный состав. Я именно такого плана для деток искала. Им интересно с ними купаться, они бурлят красиво. Помимо этого, еще идет такая ароматерапия. И они смягчают и увлажняют кожу, эти бомбочки. Диаметр их по 2 сантиметра идет. Красивый цвет получается такой. Аромат очень приятный. Классный наборчик. На выбор по ссылке есть другие ароматы. У меня это цитрусовый, там есть еще другие варианты. Какие-то фиолетово-сиреневые, уже не помню. И также варианты в магазине есть в баночках, есть в зип-пакетиках, как у меня. От всего зависит цена, в общем. Брала за 670 рублей, брала на Wildberries. Нам бомбочки с мальчишками очень эти понравились. Следующее, что покажу, это приходит в коробочке. А в таком вот пакетике написано «ручная работа», запечатаны, лежат такие вот аромасаше. Какой приятный аромат прям во всей комнате у меня. Я люблю такие саше покупать, класть в своих гардеробных комнатах, либо в шкафах. В постельное белье могу положить. Мне благодаря вот этим ароматизаторам очень приятный аромат всегда в гардеробной, в шкафах. Поэтому периодически покупаю, кладу. Здесь в комплекте мне положили еще вот таких вот два мешочка из органзы. То есть получается, мы кладем сюда аромасаше это и кладем в постельное белье, например, как в моем случае, либо в гардеробную вешаем. У меня набор я взяла аромат хлопок и ирис. Очень приятный аромат, мне прям понравился. Аромат, как указано у продавца, он идет 3 месяца. Сказать точно не могу, 3 месяца, не 3 месяца, потому что я только купил, у меня они висят в гардеробной неделю. Аромат до сих пор хороший, насыщенный. Они выполнены 100% воска. В наборе здесь идет 7 штучек. Состав хороший, здесь натуральные масла в составе идут. Поэтому они безопасны при использовании. Аромат ненавязчивый такой, не химозный, очень приятный аромат. Очень мне нравится, как пахнет у меня теперь белье с этим аромасаше. Советую, брала на Wildberries. По ссылке есть еще другие ароматы. У меня, как я сказала, хлопок и рис. Хлопок и рис, прям аромат потрясающий. Брала за 190 рублей, за 200 рублей. Брала на Wildberries. Советую, посмотрите, присмотрите. Следующее, что покажу, это набор носков для мужчин. В комплекте идет 5 пар. Размер взяла 42-44. Мужу по размеру на стопу 28 сантиметров подошли отлично. Обычные классические черные носки, высокие. Комфортная резинка здесь, мягко она не давит. Они эластичные. Дизайн классический, комфортная посадка. В общем, как обычные самые черные классические носки, высокие. Особенность этих носков то, что они выполнены в бесшовной технологии. В общем, отличные мужские носки, черные классические, которые точно необходимы каждому мужчине, длинные, да, особенно сейчас в осенне-зимний период. Брала на Wildberries, брала за 390 рублей. По ссылке есть еще другие варианты носков. И также на выбор есть разные размеры. Так, следующее, что покажу, это я заказала Саше в школу. Мы пошли в первый класс. Я попросила каждому купить вот такие вот наборы фонетических карточек. Взяла вот такой вот наборчик. Удобные папочки мини с кнопочкой. В общем, я сейчас положу в рюкзак Саши, и он всегда будет с собой носить этот. В наборе 30 карточек. Получается, вот так вот разделяем. Ну, кто учился в школе, понимает, да, что зеленое это мягкое согласное, красное это гласное. Тут твердое согласное, мягкое
гласное красное и отдельно вот такие вот квадратики красный, зеленый, синий. Исполнение классная карточка, они такие плотные, чем-то покрыты, типа заламинированы, так скажу, да, то есть они прослужат эти карточки долго, даже если с ними неаккуратно пользоваться. Кто изучает, может дома с детками фонетический разбор слова. Присмотритесь, вещь полезная и нужная для изучения. Брала на Валберес, они недорогие, за 140 рублей брала. Советую. Следующее, что покажу, это я заказывала на Джум. По традиции заканчиваю Джумом. Заказала пульт. У нас телевизор в комнате с мужем Samsung. Пульт у нас, что-то с ним случилось. Заказала вот такой вот. У нас вот такой пульт. Кто не знал, в Samsung некоторых вот такие пульты. Так вот, боялась заказывать не оригинальный, потому что боялась, что будет отклик. Потому что не будет отклик моментальный, так как у нас просто в другом телевизоре, у нас есть еще LG, заказывала на Валберес пульт. Так вот, там отклик ужасный. То есть нажимаешь, и надо посидеть, подождать, пока он переключит. Так вот, заказала я на Джум вот этот пульт, отклик моментальный, чему я очень рада. То есть от оригинала не отличается совсем этот пульт. Вставила батарейки, теперь мы им пользуемся. Он абсолютно идентичный, все кнопки работают хорошо, моментально откликается все, переключается. Так что, если у вас тоже пульт полетел, сломался или что-то, не покупайте оригинальный, они очень дорогие, кстати, пульт оригинальный. Возьмите вот такой вот дешевый вариант на Джуме и пользуйтесь. И можно не переживать, даже если он опять сломается или что-то случится. В общем, брала на Джум, ссылочку прикреплю, советую. Еще что заказала на Джум, это палетку теней. Вот такая вот небольшая палетка. Она в картонной коробочке. Бежево-коричневые тона. Я все хочу научиться краситься. Я не умею краситься. Не умею делать макияж. Я просто на глаза накрасила, нарисовала стрелки и все. Так вот, я очень хочу. Я бы сходила и на курсы бы по макияжу, но у меня нет времени. Может быть, Маша подрастет, подам ее в садик, когда, может, схожу, чтобы для себя только чисто краситься. Красивые очень такие оттенки. Мне понравились. Нюдовые. Цена невысокая. Брала где-то за 200 рублей на Джум. Там по ссылке есть еще другие цвета. Более такие поярче варианты. Мне понравились. Ну вот и все. Наше видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. И надеюсь, вы меня поддержите лайком. Мне будет очень-очень приятно. Остались вопросы? Задавайте. Может, что-то помогу и подскажу. Все ссылки на товары из видео найдете в описании, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Все ссылки дублируют там. Они открываются в телеграм-канале корректные, ведут сразу в приложение. Так что подписывайтесь. Я в телеграм-канале своем также иногда какие-то подборки выкладываю интересные. Также оставлю в описании все мои соцсети. Дзен, Ютуб, Рутуб, ВКонтакте платформы там тоже стала выкладывать. Телеграм-канал. Так что кому где удобно, заходите, подписывайтесь и не теряйте меня. Ну, а я буду с вами прощаться. Я вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Берегите себя и ваших близких. И не болейте. Всем пока-пока. До новых встреч.